Всем привет! Сегодня 7-й день в Дубае, ровно неделя. В общем, сегодня мы сняли для вас руку, поплавали в бассейне, позавтракали. А завтра нам уже уезжать, ребята! Да, это предпоследний день. Завтра только утром, мы практически утром уезжаем из отеля. Вот. И мы решили сегодня не на такси поехать в Дубай Молл, а на метро. Мы еще не катались на метро. Время сейчас 5:55. Мы идем к метро и поедем в Дубай Молл, да. На улице уже вечереет. Солнышко садится. Так, оценка моего лука. Я капец загорела, я просто... Ой, какой милый! Какой милый, какой хороший! Медвежонок. Хорошенькая. Вообще прелесть. А наши какие сладкие. Мы а я прям не могу. Я вообще вижу собак и сразу так. А здесь, кстати, редко, да, собак мы видим? Да. Редко. Кошек пару раз на улице видели, двух кошечек. И все. Нам, по-моему, дальше. К метро, по-моему, сюда. Короче, мы решили поехать на метро, но у нас нет ни карты, ничего. Поэтому сейчас мы купим карточки для проезда в метро. А давай здесь пробежим. Да, пешеходный есть. А мы без пешеходного. Мне вообще ноги... Страшно, страшно? Мама. Я вообще ноги черные. Капец! Довольная? Я вообще полежала, ну, может, час максимум. Со всех сторон, вот так вот. И все, и я сразу такая вот... А до этого Ксюша вообще не любила загорать, сколько бы раз я ее не уговаривала, бесполезно, только купаться. А мама очень любит загорать, но у нее получилось загореть только аватаром. Вот, а у меня просто, я не знаю, как это происходит. Живот покажи черный живот покажи. Да нет, вверх топ. Зачем ты шорт? Вот, вообще, представляете? Капец! Придешь в школу, скажешь, ой, извините, я в солярии перезагорала. Нет, Ксюша, а почему ты такая загорела? Ты где-то отдыхала? Нет, я в солярии ходила. Мы же не говорили в школе, что это. Да, я вообще-то в Питере, я в снегу плаваю. Вы что думаете, я в солярии схожу? В солярии. Солярис. Nice солярис. Так, раз у нас есть еще в планах приезжать в Дубай, мы решили выбрать серебристую карту. Всего есть три вида карт. Красная самая неудобная. Вторая это серебристая. Это обычная карта, она пополняется с каждым разом. То есть ты можешь на нее класть деньги. И срока годности нет, да? Да. Третья это золотая карта. В общем, вход в VIP-вагон. Я хочу VIP-вагон, да. Я хочу посмотреть, это первый или последний? Сейчас хочешь. Мы можем купить серебристую, потому что открытый вид есть еще в женском вагоне. Да, а что? Да давай тут сразу нормальную возьмем. Золотая. Насколько мы там переплатим? Ну, нам не хватит обратно уже там пару дирхам. Да? Это неудобно нам будет. Да. Берем обычную? Да, мы просто видишь из-за красный такого, вот горит. Метро. Где метро? Вот метро. Давай покажу. Покажи еще раз пальцем. Светофор очень странный. Здесь смотришь красный, а тут зеленый. Идешь на зеленый, а у тебя красный. Мы сейчас так сделали, и, короче, нам тут сигналили, типа, да, вы претесь. Ну, а вот метро, я так понимаю, да? Где вход? Вот стой. Куда? Мам, вот так. Вот будет. Так поднимаемся, да? И да. По пешеходному. Это видео уже вышло тогда, когда вы услышали мой трек. Поэтому пишем в комментариях оценку моего трека. Заходим, смотрите, вот такое метро. Вот это народу. Так, и куда? 25. Одна? Окей. Одна 25. О, отлично. А деньги не будем класть на нее? Нормально? И сдача. Ребята, вот у нас такие карты. Так, ну что, возьми. Так, давай, убираем. Так, мы прошли. Теперь будем дальше искать. Так, нам нужно направление понять, куда, Ксюш. Мы уже здесь. А в какой вагон пойдем? Я не знаю. Это без разницы в какой? Все, мы заходим, мы не знаем. Туда, не туда. Сколько остановок, мы не знаем. Давай скорее. Ой, кто-то еще выходит. Страшно. Ничего не понимаю. Ой, держись. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is
Бурдж-Халифа. Ребят, мы тут страху натерпелись. Посмотрите, как много народу. И вот тебе просто, ну, нереально, нереально выйти из вагона. Не принято, что сначала люди выходят, а потом заходят. Тут все идут напролом просто. А мы стояли практически возле самой, то есть, раздвижной вот этой двери на выходе. Знаешь что? Мы с тобой зашли в обычный вагон. Нужно было зайти в женский. Мне кажется, там не так много людей было. А где его взять, этот женский вагон? Мы же не знаем. А там должно быть написано. Ну ладно, на обратном пути постараемся. Во-первых, уже не будет столпотворения. А тут же еще на стопу, чтобы не наступили, реально. Ну, здесь, кстати, вот очень это аккуратненько все стоят, согласись. Карточки опять доставать. Опять? А здесь почему? Выходить только по карточкам. А если потерял? Чтобы деньги списывали. А если потерял, извините. Держи, значит, все же стоит. А, и смотрим, что на балансе. 14. О, Дубай Молл, все. Все, супер. Все, мы, ребята, мы на метро приехали. Так, время у нас ушло на метро 30 минут. Да меньше. 30. Я не стояла 30 минут. Если бы я стояла 30 минут, я прям уже на него стояла. А время пролетело просто быстро, Ксюш. Нет, не 30. Ну, 25. Нет, 15, 20. Ну, не знаю. Ну, короче, на машине в пробочках-то можно проторчать 40-50 минут, а тут прям хорошо. Конечно, это все круто и интересно, но не Тесла, конечно, ну, с Лексус. Зато на метро проторчать. Да. Ребята, если мы забыли сказать, что мы в Дайсон заходили, чтобы нам показали, как правильно накручивать кудри. Нам показали. Да, нам показали, если что. Ксюша выбирает вот такие штаны или черные, или вот такие болотные. Мне, кстати, больше нравятся болотные. А ты какие, Ксюша, выбираешь? О, какие прикольные. Классный топ. Мы, кстати, ребята, белые возьми. Нет, белые не зачем. Ты че? На лето. Ребята, мы в Бершке. Блин, тут столько новинок. Еще мяти. Ну, это вообще прям гофре какой-то. Так смотри, тут кроссовки какие прикольные. Мы сейчас, кстати, в Nike заходили, и Ксюша опять ничего не нашла. Смотри, какая. Это что, такое-то платье или что это? А. Ну вот тоже, вот они. Оверсайз, да? Элька. Не, Эльку точно не надо. Эмку бери. Давай Эльку возьмем. Ну куда ты в ней? Будешь как этот бомж. Берем Эльку. Такие классные тоже маечки. Смотри, а. Ой, все, так набирай себе штанов, да еще Эсочка. Здесь. Эска, все, давай я тебе помогу. Блин, кто-нибудь, просто спасите меня, заберите эти штаны, чтобы я их не видела. Она просто любит такие штаны. Вы же видели, да, она приехала, взяла с собой пару штанов, там джинсы одни, она в них просто. Смотри, какие белые классные бананы. Ну и что, интересненько. Я хочу примерить. Давай, Эска? Да. В общей сумме 12 вещей. Ух ты, какой топ интересный. Вообще, он затягивается, как тебе нужно. Ага. Штаны я 100% беру. А он тебе не тянет? Мама, не есть. Нет, вот топ. Нет. Нормально? Здесь вот как резинка, да, получается? Тут можно растянуть, вот. А, супер. Все растянуть. Он прям по тебе, да, твой размер? Да. О, спина прям такая открытая, класс. 99, так, 2000. А штаны 4000. Во второй футболка, на те же штаны надела, мне тоже она нравится. Вау. Штаны новые. И штаны. Ну, штаны такие. Ну, они, прикольные. Слушай, подходят к этой майке абсолютно. Ну, не, лучше, да, вот так вот маленько так приспускать. Я вот сюда Викторию Секрет надеть очень красиво. Вот это я точно возьму, вот это первое. И штаны бери. Ну, они клевые, они, видишь, как дутыши, видишь, они как такие огромные. Это вообще такое, обожаю. 1500. Ой, эти дорогие, 5000. Это футболка. Не, ну футболка тоже зачетная. Как бы серая и на сером яркое такое розовое пятно и Микки Маус. 119, 2000. Топ прикольный, да. Повернись. Ты волосы убери на замочке. Прикинь, кто-нибудь подойдет сзади так. Нет, топ прикольный, да. А тебе хорошо он сидит, нормально? Да. А штаны те же, да? Да. Так, смотрим цену. 140. Тоже 3000.
нормально. Ну как бы дороговато, да. Не, прикольно на лето прям. Ой, Ксюш, вот это точно. Не. Я что-то 90-е сразу вспомнила. Ну так это само то. Почему? Почему само то? Что, это модно или что? Нет, это точно не надо. А вот те, которые ты мерял до этого, прикольные были. Ну, ребят, согласитесь, это что-то новое. Ну, новое, но ерунда, Ксюш. Трикушки какие-то. Роба. А штаны тоже, да? И штаны, да, тоже так себе. Такого цвета у меня еще нет. Такого цвета, да, не было. Интересный цвет. Ну, тоже такие объемные. Мне тоже нравится. Тоже нравится? Да. Тебе такой цвет всегда шел. Короче, помнишь, у тебя блузка такая есть. Мы уже много чего берем. У меня тут еще две вроде вещи. Сейчас посмотрим. Нужно посчитать, сколько это всего выходит, и потом уже выбрать. Да, сейчас будем выбирать. У меня есть лав кое-что купить. Давай. Белый, знаешь, на лето вообще классно. Ребят, смотрите, 6 вещей я беру и 6 вещей не беру. Очень жалко, да. Белые штаны не брать, топ, который с тобой в этот, тоже не брать, и вот это не брать. Смотрите, какая штучка интересная. Футболки, да, и так греметь ходить. Дороговатая, да. У нас яркие, пестрые. 2500. А это что, на шею? Это ободочек с ракушками. Ой, смотри, какие звездочки, Ксюш, это серьги. Ксюша довольная, она покупала себе штанов. Apple магазин просто огромный. Я сначала не поняла, как нужно вообще доставать чехол. То есть мы подходим к чехлу, вот так вот берем и... Короче, здесь ничего нет, но вообще не должно быть. Мы приехали. Вот видишь, написано. Ага, что только. Тут, значит, мужчины сидят. Но они не знали просто. Давай, что, вниз? Что-то опять заплохело. Ксюш, так это ж нормально. Я прям не могу. А кто на аттракционах любит кататься, да. А? Все, мы приехали. Ура! Тут, видимо, то, что вот эти под наклоном, вот так вот. И все, и ты поехала. А я не смотрела на них, я смотрела на тебя. Смотрите, как здесь красиво. А где нам нужно идти, по какой дорожке? Я не могу понять, они по всем дорожкам катятся. Все правильно. Ой-ой-ой, господи, они везде. Они повсюду. Давай сюда. И опять здесь они катятся. Так много ярких красок. Посмотрите, каких только цветов нет, да? Подсветка сиреневая, очень красиво. А мне кажется, сиреневым отливает. Синий? Вот сейчас, короче, будем по набережной идти. Нам нужно пройти... Вот, смотри. Да, нам нужно будет пройти вон тот мостик, и все, и мы в отеле. Ребят, мы уже в отеле. Не помню, говорили вам или нет. Это был наш последний день в Дубае. Последний вечер у нас сейчас. Завтра днем мы уже улетаем, поэтому нам нужно сегодня собрать чемодан. Я еще буду для вас видео снимать. Ролик, как я собираю чемодан, выйдет на Флекси, поэтому ссылочка будет в описании. Вот мои все вещи, которые я купила сегодня. Я уже сделала папе обзор. Футболка, топ, куча шароваров. И здесь тоже шаровары, еще футболка и еще топ. И чехол. Стоит 219 дирхам. А на этом видео закончилось, ребят. Скоро встретимся в Питере в снегах. Всем пока. Кстати, пишем в комментариях, какая у вас погода.